В честь празднования 195-летия Черкесска мэр республиканской столицы Алексей Баскаев за профессионализм и за высокие показатели в работе наградил почетными грамотами специалистов, отличившихся в различных сферах деятельности. Также были награждены медработники, которые в период пандемии боролись с распространением коронавируса. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Левшоков. Все ваши профессиональные качества несут большое благо в развитии не только нашего города, но и всей республики, подчеркнул своим выступлением мэр Черкесска Алексей Баскаев. Также было отмечено, что из-за ситуации пандемии коронавируса, именно благодаря сплоченности и внимательному отношению к своему делу, удалось сохранить стабильность. Ваше трудолюбие, вовлеченность в проблемы города и чаяния людей – залог развития и процветания столицы нашей республики. В этом году серьезным вызовом для всех сфер, ну и прежде всего для здравоохранения, стала новая коронавирусная инфекция. Благодарю всех за единство и сплоченность. Особые слова признательности нашим врачам и всем медработникам. После Алексей Баскаев наградил почетными грамотами специалистов, отличившихся в разных сферах деятельности. Также с особой теплотой и благодарностью руководство города отозвалось о медработниках, которые в тяжелое время пандемии принимали активное участие в борьбе с коронавирусом. Сами же виновники торжества выразили благодарность мэрии Черкесска и поздравили всех жителей столицы. Всех награжденных поблагодарить руководство города за высокую оценку нашей деятельности. И я думаю, мы можем смело пообещать, что в дальнейшем будем делать все, очень приятно, что нас заметили, отметили наш труд. Было очень приятно получить грамоту, получить столь высокую оценку нашей работы. Хотела бы пожелать нашим жителям, чтобы побыстрее закончилась эта пандемия, чтобы прекратились вот эти все мучения, страдания, как для обычных граждан, наших пациентов, так и для всех сфер, структур, потому что задействованы оказались все сферы нашей республики. Помимо этого, благодарностью главы республики была отмечена начальник отдела по работе с письмами и заявлениями граждан мэрии Черкесска Людмила Скачедуб. Всего почетными грамотами были награждены 25 человек. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.